Делитель зерна Улислаб 100. Модернизированная версия прибора УДЗ-1М, выпускаемого с 2007 года. Предназначена для отбора навески необходимой массы из исходной пробы зерновых, бобовых и масличных культур. Есть возможность выделить навеску массой 10 грамм, что очень важно при работе с рапсом и другими мелкосеменными культурами. Прибор состоит из загрузочного бункера с клапаном, наружной обечайки, трех стяжных элементов, нерегулируемых и регулируемых смешивающих и разделяющих секций, коллектора, основания, лимба и шкалы. Принцип работы делителя зерна основан на разделении средней пробы продукта методом равенства площадей в пропускном сечении на две части – навески продукта наружной массы и остатка средней пробы. Особенностью прибора является возможность его открытия с целью очистки от посторонних примесей. В комплектацию входит непосредственно самый прибор, емкость для оставшегося зерна, емкость для выделения навески, шестигранный ключ, технический паспорт с гарантийным талоном и руководство по эксплуатации. Прибор упакован в гофрированный картон. Если у вас остались вопросы или вы хотите приобрести этот прибор, обращайтесь по контактной информации, расположенной на экране. Улислаб. Улис. Ваш проводник в мир зерновых технологий.